Всем привет-привет! И хочу вам предложить один такой замечательный рецептик приготовления детского салата по рецептуре, по технологии, опять же, детского сада. Я очень часто использую при приготовлении рецепты детского сада, потому что они, ну, просто замечательные и практически все очень вкусные. Когда-то давно этот рецепт нашла на одном из форумов, где мамочки делились рецептами для деток. И здесь представлены такие вот простые продукты, которые нам понадобятся для этого салатика. 100 грамм натертого твердого сыра. Одна морковь, я ее взвесила, она у меня 130 грамм где-то. Яблоко, я его взвесила 200 грамм, но мы будем брать половинку от него, грамм 100. Чтобы не получился очень уж сладко. А здесь у меня 3 яйца, 2 пойдут в салатик, 1 для украшения. И половинку луковицы, луковица 100 грамм, будем брать половиночку от нее, это 50 грамм. Ну вот, в принципе, и все, давайте приступим. Сыр у меня уже натертый, теперь нужно натереть морковку тоже на крупной терке, почистить и натереть яблочко. Но для начала первым делом давайте нарежем лук мелко-мелко, потому что детки практически все не любят лук. И что мы с ним сделаем? Мы его сейчас нарежем мелко-мелко. И вот у меня здесь в чайнике есть кипяточек, и зальем его кипяточком. И так из него уйдет вся горечь и острота. И пока мы будем заниматься другими продуктами, лук постоит. Давайте почистим яблочко и натрем на крупную терочку. И морковь сразу натираем. Яблочко, морковь натерты. Всыпаем сюда натертый твердый сыр. И также натираем 2 яйца. Немножечко посолим по вкусу, немножко совсем, потому что, в принципе, сыр соленый. Так, теперь займемся нашим луком, возьмем сито, отбросим его на сито. Вот, в принципе, немножко его отжать от воды. Добавляем лук. Добавляем растительное масло. Заправляем салатик растительным маслом. Несколько, парочку столовых ложек. Берите по вкусу. Осталось только все размешать. Вот и все. Наш вкусный полезный салатик готов. Называется он солнечный, не зря. Вот он такой яркий, оранжевый, красивый. Сверху я просто сюда положила еще одно, которое у меня оставалось. Третье вареное яичко, просто для украшения. Попробуйте, приготовьте. Я думаю, что вам и вашим деткам понравится. Очень простой, вкусный, полезный салатик. Всем приятного аппетита. Желаю вам вкусных, красивых блюд и до скорой встречи. Пока-пока.